Рассмотрим пример отношения, которое получилось в результате декомпозиции и приведения к первой нормальной форме. И также дополним это отношение некоторыми атрибутами, которые будут зависеть от первичного ключа. Данное отношение связывает два других отношения – задачи и исполнителей. Соответственно, наше отношение задачи исполнителя имеет следующие атрибуты. Здесь есть идентификатор задачи, который ссылается на первичный ключ в отношении задачи. И есть также идентификатор исполнителя, который ссылается на соответствующий потенциальный ключ в отношении исполнителей. Вместе же два этих атрибута составляют один из потенциальных ключей данного отношения задачи исполнителя. И также здесь есть и еще один потенциальный ключ, состоящий из одного атрибута. Это просто идентификатор. Он также однозначно определяет кортеж в данном отношении. Также в отношении добавлено несколько зависимых от потенциальных ключей атрибутов. Это название роли, то есть кем является исполнитель в данной задаче. Затем флаг, может ли он делегировать эту задачу кому-то еще. Дата назначения задачи на конкретного исполнителя и дата создания задачи. Для того, чтобы разобраться с полной функциональной зависимостью в данном отношении, выделим ключевые атрибуты. Здесь у нас есть два потенциальных ключа, как было сказано ранее. Это идентификатор задачи и ID исполнителя, и также ID, идентификатор некоторый в этом. Рассмотрим, как остальные атрибуты зависят от данных ключей. Название роли зависит от пары ID исполнителя и ID задачи. Поскольку какой-то конкретный исполнитель для какой-то конкретной задачи имеет определенную роль. Дата назначения задачи также зависит от идентификатора задачи и идентификатора исполнителя. То есть, когда конкретный человек получил в распоряжение эту задачу, какую-то конкретную задачу. Дата создания задачи зависит только от идентификатора задачи. И неважно, какой исполнитель сейчас завязан на эту задачу, дата создания задачи не изменится. Она зависит только от идентификатора задачи. Дата назначения задачи зависит от, также от идентификатора, поскольку идентификатор также является ключом, который однозначно определяет кортеж. Соответственно, он может однозначно, через него можем однозначно узнать дату назначения задачи. И название роли, также как оно зависит от пары ID исполнителя и ID задачи, зависит и от идентификатора, который определяет кортеж в данном атрибут. Может ли делегировать исполнитель задачу кому-то еще, не зависит напрямую от ключа, но тем не менее зависит от него транзитивно. То есть данный атрибут зависит от некоторого другого атрибута, в данном случае название роли, который в свою очередь зависит от первичного ключа. Причем от полного первичного ключа, который является составным. Легко заметить, что дата создания задачи у нас не полностью зависит от одного из первичных ключей, то есть она не зависит от идентификатора исполнителя. Соответственно, данное отношение не находится во второй нормальной форме. Чтобы привести данное отношение ко второй нормальной форме, нам необходимо декомпозировать наше отношение и создать или перенести куда-либо данный атрибут таким образом, чтобы все оставшиеся атрибуты полностью функционально зависели от первичных ключей. Дату создания задачи логично перенести в сущность с задачами. Соответственно, после такого преобразования все оставшиеся атрибуты, которые остались в отношении задачи исполнителя, полностью функционально зависят от первичного ключа, от первичных ключей, которые здесь есть.